Добрый день! Рада приветствовать вас в музее великого армянского художника, скульптора Ерванда Кочара. Я являюсь директором этого музея и очень рада коротко представить вам творческий путь великого мастера. Скажу, что творчество Кочара является одним из интереснейших явлений изобразительного искусства XX века. И Кочар активно участвовал в создании европейского авангардного искусства, и его творческое наследие парижского периода принадлежит как армянской, так и европейской культуре. Родился Кочар в 1899 году, 15 июня, в семье выходцев из Шуши, из Нагорного Карабаха, в Тбилиси. Скажу, что он окончил прославленную университетскую семинарию, одновременно посещая курсы живописи и ваяния Оскара Шмерлинга, а затем продолжил учебу в Москве, в Хутемасе, в классе известного русского художника Петра Кончаловского. В 1922 году Кочар работает и живет в Венеции, а с 23 года переезжает в Париж. И в этой неприступной столице искусств он был замечен почти сразу. За 13 лет пребывания в Париже он активно участвует во многих знаменательных выставках, имеет 4 персональные выставки, удостаиваясь самых высоких похвал со стороны выдающихся критиков арт-искусства. Он выделился и был отмечен среди таких художников, как Грис, Кирико, Пикабея, Пикассо, Брак и другие. И европейская искусствоведческая мысль считала Кочара одним из тех пионеров, которые за несколько лет перевернули наше представление о современном искусстве и вообще перевернули мир. В Париже Кочар создает новую форму пластика художественного выражения, живопись пространства, которая, по мнению величайших теоретиков искусства, считается величайшим достижением искусства авангарда. В 1936 году Кочар подписывает манифест демасионизма, который являлся вестником новейших художественных принципов по развитию в искусстве в сфере литературы, живописи и скульптуры. И достаточно просмотреть список подписавших этот документ, и перед нашими глазами встает не только весь избранный круг создателей искусства авангарда, но и место и значимость творчества Кочара во времени и среди этих художников. Музей Ерванда Кочара был основан в 1984 году на основе мастерской маэстро. Его работы представлены во многих музеях мира, но только тут можно иметь наиболее полное представление о всем творческом пути. Представлены работы тифлисского периода, парижского и ереванского, скульптурные произведения, живописные и графические. Представлены также редчайшие архивные материалы и документы, свидетельствующие о взаимоотношениях Кочара с великими мастерами авангарда. И наш музей сегодня является научным центром пропагандирования авангардного искусства в нашем регионе. И только в нашем музее и в Музее современного искусства Парижа в центре Помпиду можно приобщиться к чуду кочаровского творения, к живописи пространства. Сегодня наш музей исследует новые возможности воздействия на систему восприятия человека, слух, зрение, осязание, способность ориентироваться в пространстве. И стараясь комбинировать искусство с новыми технологиями, мы получаем возможность организовывания впечатляющих и соответствующих мировым стандартам экспозиций с инсталляциями, перформансами, арт-объектами и другими современными методами. А так как творческое наследие Кочара очень многогранно, то любое мероприятие – это новая возможность диалога с великим эстетом.
Наш музей также предлагает 11 образовательных программ для школьников и студентов. У нас предлагаются программы виртуальной реальности, дополненной реальности. Также мы организуем инновационные выставки в сотрудничестве с другими образовательными центрами. Скажу, что в 1928 году в Париже в галерее Ван Леер Кочар открывает персональную выставку, где были представлены только произведения живописи в пространстве. И сегодня в нашем музее экспонируются 4 примера таких пространственных произведений, которые Кочар создал во время хрущевской оттепели. Он шел по улице и отличался от всех. Длинными волосами, манерой одеваться, моноклом, тростью и вообще поведением. Отличался во всем. Шел так, словно ему была известна некая тайна, дающая ему преимущество перед другими. С таким выражением лица, будто однажды тайну эту откроет миру. Впечатление создавалось такое, будто он не из этого города. На нем была печать парижского шика. Обладал демоническим умом. Рубен Зарян. Нет. Нет и тысячу раз нет. Не нужно рассматривать Ерванда Кочара как обычного художника. Все обычные оценки и эпитеты здесь ничего не значат. Сила или гениальность, можно колебаться между этими терминами. Я за второе. Среди современной посредственности творчество Ерванда Кочара излучает такой свет, что в этом невозможно ошибиться. Искусство здесь прежде всего служит мысли. Оно прежде всего мысль, вписанная в полотно. И завтра, когда, одержав окончательную победу над собой, Кочар сможет внушить даже самым глупым свое превосходство, все будут единодушно приветствовать в нем метра нашей эпохи. Андре Паскаль Леви. Искусство – это недостроенный мост, один конец которого имеет опорой жизнь, а другой переброшен в беспредельность. Каждый гений удлиняет этот конец, чтобы обрести вторую опору. И так до бесконечности. Потому искусство – это нескончаемая история лучших устремлений человечества.